боевой настрой вкупе с высоким мастерством. Ульяновские баскетболисты-колясочники готовятся вступить в спортивный бой. Этот матч для них особенный. Он впервые проводится в Ульяновске в статусе всероссийского. Оттого и девиз команды звучит особенно слаженно. Спонтанно произошло, когда первый раз на чемпионат России выезжали. Просто все какие-то кричалки перед началом матча делают. Ну и мы просто решили так вот. Волга же команда у нас Волга, ну значит и так и будет кричалка. 5 команд играют в Ульяновске под бдительным взором главного тренера сборной России по баскетболу на колясках Дмитрия Оленевского. Коллективы представляют Набережные Челны, Димитровград, Ульяновск, Москву и даже Грозный. Все эти команды – традиционные участники чемпионата России. Правда, звезд с неба не хватает, и всякий раз в национальном первенстве финишируют в середине турнирной таблицы. Участвуем мы вообще баскетболисты. Мы с 2015 года работаем, кстати, с этой командой. И, в принципе, динамику чувствуем, и есть поставленные цели, и мы стремимся к этим целям. Ульяновская «Волга» также участвует в всероссийских стартах несколько последних лет. Но всероссийские соревнования принимает впервые. Все игры проходят на самом современном баскетбольном паркете «ФОКа Орион». Проходных матчей нет. В каждом борьба до последней минуты. Надо почувствовать этот азарт, этот кураж к игре. Для меня это командная игра. Просто командная игра, которая мне очень нравится, которая мне нравится этим заниматься. Мы, по крайней мере, сейчас показали, насколько мы достойны не только играть в баскетбол на колясках, но и проводить и организовывать турниры. И если повезет, то мы сможем, наверное, когда-нибудь взять себе, например, какой-нибудь из этапов чемпионата России и провести его. Я думаю, он будет на высшем уровне. 2 дня длятся баталии баскетболистов-колясочников. Каждая команда провела по 4 матча. Но 100% результат только у хозяев – команды «Волга». Особенно упорным был матч против соперников из Грозного. В один из моментов ульяновцы отставали в счете на 15 очков, но сумели не только догнать соперника, но и победить. А Виктора Баскакова признали лучшим игроком турнира. Михаил Сашанский, новости «Ульяновской правды».